Здравствуйте, дорогие друзья! Вы находитесь на канале ветеринарной клиники BioVet. В этом выпуске мы вам расскажем о том, почему у кошки обвис живот. А некоторые владельцы начинают бить с тревогу, если у их любимых домашних кошек вдруг обвисает живот. На деле висячее брюшко не всегда считается серьезным признаком какого-либо заболевания. А, к примеру, жировой мешочек на коже характерен для шотландской вислоухой породы кошек. Но в некоторых ситуациях повод для беспокойства, к сожалению, имеется. Давайте рассмотрим, по каким причинам порой висит кожа на животе у домашних питомцев. Когда обвисшее брюшко является нормой? Во-первых, многоплодность или крупноплодность. Если у малышей мамы очень много, а некоторые рожают по 8-12 котят, или же если они очень крупные, то матка сильно растянута, вместе с ней и стенки брюшины. К слову, частенько после родов висит живот и у миниатюрных самок, которых в помете было несколько крупных котят. Также брюшко обвисает у пожилых питомцев. Существует породная предрасположенность. Если у канадского сфинкса, бельгальской или британской кошки висит живот, то повода для беспокойства быть не должно. Также живот обвисает и при резком сбросе веса. К сожалению, висячий живот вполне может оказаться признаком какого-либо серьезного заболевания. Перечислим основные опасные причины, которые приводят к проблеме с обвислостью живота. Во-первых, это глисты. Если у взрослой особи или у котенка висит живот, есть рвота, запор или понос, неприятный запах изо рта, зуд, то можно подозревать, что вся проблема кроется в глистах, населяющих кишечник или желудок. Во-вторых, онкология желудочно-кишечного тракта. Главные признаки онкологии – это резкая потеря массы тела, понос и рвота, боли в животе, повышение температуры, неприятный запах изо рта. В-третьих, это может быть инфекция, перитонит, асцит, брюшная водянка, которая не считается самостоятельной болезнью, это всего лишь симптомы некоторых серьезных недугов. Травм брюшины, рака желудка, кишечника, болезни сердца и легких. Также живот может обвисать из-за проблем с родоразрешением. Иногда висит живот у кошки сразу после родов, когда внутри утробы остались замерзшие плоды. Итак, хозяинам замечено, что у кота или кошки висит живот. Как быть в такой ситуации? Нужно скорее отправляться в клинику или успокоиться, считая обвисшее брюшко проблемой. Вам нужно понаблюдать за животным. Обращение к ветеринару необходимо, если у животного есть такие настораживающие симптомы. Это болезненность в области брюшины, когда кошка не позволяет прикоснуться к своему животу, шипит, царапается, мяукает. Отказ от даже самых любимых лакомств, рвота, проблемы со стулом, повышение температуры, общее угнетение. Кошка выглядит безучастной, грустной, большую часть времени лежит в укромном уголке. А если животное здорово, а висячий живот всего лишь анатомическая особенность, то никаких тревожных симптомов быть не может. Когда при прикосновении к животному питомец не вызывает агрессии, а при этом аппетит и стул его в норме, а настроение боевое, можно не беспокоиться. Однако при малейшем подозрении на неполадки со здоровьем требуется скорее обратиться к врачу. А многие из перечисленных нами болезней, при которых образуется висячий живот, требуют немедленного лечения, медикаментозного, а иногда и хирургического. А это все, что мы хотели вам рассказать о том, почему у кошки обвис живот. Ставьте лайки, если это видео было вам полезно, и подписывайтесь на наш канал. А также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых и полезных видео от ветеринарной клиники BioVet. Всем пока и до новых встреч!